Все вместе запускали волны, скандировали кричалки с флагами, плакатами, желали победы российским спортсменам на 23-х зимних Олимпийских играх. Мы все за одного! Нам всем нужна победа! И больше ничего! Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры, участники первого всемирного боксерского форума, который в эти дни проходил в Сочи. Мы верим в наших спортсменов, желаем им успешного выступления, несмотря на все барьеры, на все трудности, которые они прошли. Надеюсь, их дух не сломлен, и они одержат уверенные победы. Наоборот, это их сплотит, это сделает их сильными. Вот. Мы желаем им большие победы. Россия вперед! Та обстановка, которая сейчас происходит перед Олимпиадой, когда давление огромное на Россию, когда некоторым людям не нравится, что у нас происходит, не нравится, что Россия поднимается с колен. И мы должны поддержать наших олимпийцев. И я думаю, что русские люди, россияне, вообще все россияне, чем сложнее ситуация, тем они сильнее. И я думаю, мы победим, у нас есть хорошие шансы. Даже по себе помню, по своему опыту, потому что когда ты приезжаешь на Олимпиаду, вокруг тебя все равно окружает какая-то атрибутика Олимпиады. И когда ты видишь свой родной флаг, то есть это греет, это поддерживает. Когда спортсмены поддерживают, он чувствует, что он не один, он знает, что за него целая страна. Это все ему помогает, помогает поверить в себя, потому что в него верят миллионы людей, значит, и он в себя будет верить. Всего на зимней Олимпиаде от России выступят 170 спортсменов, из них 10 будут представлять Сочи. Сейчас мы видим, конечно, здесь же 90% это люди, которые занимаются спортом, которые сопереживают, которые прекрасно понимают, что такое добиться и заслужить поездку на Олимпиаду. Это просто тектонический труд. Болеть за российских спортсменов будет вся страна. 23-й зимние Олимпийские игры пройдут в Корее с 9 по 25 февраля. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.